Обычное придорожное кафе в российской глубинке. Посетителей не очень много. Продавцы и повара скучают. А в меню у вас разные виды пельменей, вареников и других вкусностей. И вот приезжает большая компания и заказывает пельмени. Вы начинаете накладывать порцию. Казалось бы, что может пойти не так? В игре «Пельнянь» вам придется побороться за вашего посетителя и стать лучшим поваром дня. В каждый свой ход игроки добирают из колоды карты в руку до трех. В начале игры у вас еще может не быть специальных карт, поэтому вы должны или выложить карту пельменей на подносы, или положить соус на полку. Карты пельменей выкладываются определенным образом в один из четырех секторов подноса, обозначенных цифрами от 1 до 4, образуя порцию. Порция может состоять как из пельменей одного вида, так и из их смеси. Собрав все четыре составляющие порции, игрок может получить награду «Соус». В данном случае игрок может забрать с полки соус, который есть на двух или более картах, то есть он может выбрать или кетчуп, или майонез. После этого игрок как бы уносит порцию посетителю в зал. Карты пельмени отправляются в сброс, а игрок забирает себе карту подноса. У игроков есть карты памятки ходов и сбора порций. При переходе хода к игроку с картой подноса, он выкладывает поднос на стол и передает ход дальше. После добора карт, игрок может по желанию сыграть специальную карту. Специальные карты могут как помочь вам, так и навредить, поэтому используйте их с умом. Использование специальной карты не отменяет обязательного отыгрыша карты пельменей или соусов. Игрок также может собрать порцию, для которой не окажется соуса на полке, поэтому не забывайте пополнять их количество, так как это будет важным фактором при подсчете очков в конце игры. После исчерпания колоды игроки делают по последнему ходу и считают победные очки. Для этого они умножают число заработанных соусов на их число на полке. Кто набрал больше всех, тот лучший повар. Поддержите игру «Пельнянь» на краудфандинге.